Всем привет! Меня зовут Дина. Это вторая часть мастер-класса по вязанию гусика из фактурной пряжи. Список инструментов и материалов, а также ссылка на первую часть мастер-класса вы найдете в описании под видео. Ну что, давайте продолжим наше вязание. Начинаем вязать основную деталь. Берем основную ниточку, хвостик оставляем подлиннее и делаем кольцо амигуруми. Шесть столбиков в кольцо. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Так, подтягиваем и следующий ряд вяжем 6 прибавок, прикладывая фактурную пряжу. Так. Хвостик оставляем подлиннее. Прикладываем и провязываем вместе с фактурной пряжей. Это первая прибавка. Можно вот сюда вывести ниточку поближе, как маркер. Первая прибавка. Вторая. И последняя, шестая прибавка. В этом ряду получилось 12 столбиков. В следующий ряд вяжем 1 столбик прибавка. И в конце ряда получится 18 столбиков без накида. Так. Один столбик. Прибавка. И так до конца ряда. И последняя прибавка. Следующий ряд вяжем 2 столбика прибавка. И в конце ряда получится 24 столбика без накида. 1. 2, прибавка. Ряд я провязала. Следующий ряд вяжем 3 столбика прибавка. И в конце ряда получится 30 столбиков. 1. 2, 3, прибавка. И так до конца ряда. Следующий ряд вяжем 4 столбика прибавка и в конце ряда получится 36 столбиков. 1,
2. Три, четыре, прибавка. Провязала я этот ряд, следующие 8 рядов провяжем по кругу без изменений, по 36 столбиков без накида. Эти ряды я провязала, вставила глазки между 11 и 12 рядом, в как бы между глазками у меня получилось 5 столбиков. Следующий ряд вяжем 4 столбика убавка, и в конце ряда получится 30 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, убавка. И так до конца ряда. Следующий ряд вяжем 3 столбика убавка. И в конце ряда получится 24 столбика. 1, 2, 3, убавка. Следующий ряд вяжем 2 столбика убавка. Один, два, убавка. Следующие 7 рядов провяжем по кругу без изменений, по 18 столбиков без накида. Семь рядов я провязала, следующие 3 ряда вяжем по такой схеме. 2 столбика прибавка, и в конце получится 24 столбика. Следующий ряд 3 столбика прибавка, и получится 30 столбиков. И последний 4 столбика прибавка, получится 36. То есть идем в обратном направлении. Эти 3 ряда давайте провяжем самостоятельно. Значит, 2 столбика прибавка, потом 3 столбика прибавка и 4 столбика прибавка.
3 ряда я провязала, следующие 10 рядов провязываем по кругу без изменений, по 36 столбиков без накида. Провязала я 10 рядов, добавила наполнитель в голову и шею, и следующий ряд вяжем 4 столбика, убавка, и в конце получится 30 столбиков без накида. Один. Два. Так. Три. Четыре. Убавка. И так до конца ряда. Следующие 4 ряда провяжем по кругу без изменений. По 30 столбиков без накида. Четыре ряда я провязала, добавила наполнитель и осталось провязать пару рядов. Следующий ряд вяжем 1 столбик убавка. Так, 1 столбик я уже провязала. И делаю убавку. И так по кругу до конца ряда. Добавила я еще наполнитель, и последний ряд мы завершаем просто убавками. Ниточку обрезаем, хвостики прячем вовнутрь. Подряд просто делаем убавки. Вот такая деталь у меня получилась. Игрушку я уже начесала. И осталось обычной хлопковой ниточкой с иголочкой пришить все детали. Клювик пришиваем вот сюда. Крылышки вот сюда. Вот так. Ну и ножки вот так. Я сейчас за кадром все это пришью и покажу готовый результат. Деталь я пришила, и вот такой гусик у меня получился. Это у меня уже он в начесанном виде. Кстати, у него есть вот такой вот друг. Это был первый вариант. Здесь глазки, видите, дальше посажены. И мне кажется, вот он как-то даже выглядит взрослее, что ли, этот более такой молодой. Вот такие гусята. Надеюсь, мастер-класс вам понравился, был полезным, интересным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну все, всем пока-пока!